Всем привет! Мы молчим. У нас сегодня борщ, да. Оливье, зелень. И у него там что-то. Ты же молчать хотела сегодня. Что у него, он сам скажет. Оливье, борщ, еще что-то. Что-то меня сможет там, куда говорит. Точечку. Точечку. Сальцо у меня еще. С борщичком. Солянкой. И чесночком. У него густо. Ну что, пускай уж будет густо, чем пусто. Я, кстати, так подумала, я хочу оливье поесть. А вообще ничего есть не буду. Я что-то сытая. Я вот такой салатик поем. Сметанный. И все. Это же майонез, а не сметана. Не сметана, у тебя майонез. Тебе что повреднее? Ага. Знаю, что я люблю так. Да. Чем делала. Вкусная оливешка. Сегодня будет молчаливое видео, наверное. Хорошо, открывай рот. Хочешь, открывай рот. И толкай речь. Куда ее толкать? В тебя? В точечку. В точечку. Ты же можешь что-то толкать? Ты только молчать можешь. Я большом занят. Во все 300-500 миллионов видосов ты же тоже что-то толкал в рот. Но поэтому ты толкал речь. Ну так-то вроде мы и не молчим, чтобы разобраться. Ну так-то это и я толкаю речь, так. Я завожу разговор. Ух ты, заводила у нас Настя. Кстати, 18 числа мы разводимся. У нас будет судебный процесс. Ой, блин. 15-10. Я раскрыла все карты. Я очень откровенная. Я искренне. Ну тут уж я сомневаюсь. Он бы никогда не сказал эту речь. Не толкнул. Не толкнул. Что там? Ой. От меня вот чеснок убежал. Ох, на, вот так есть. А оливьешка просто персик. Персик что-то долго у нас стоял. Добраться до него никто не мог. До персика. Дистрофаны не хотят лишние калории набирать. Да, он бред какой-то. Дороже шутки. А что ты не ел тогда? Потому что там было другое, что поесть. А работу что не брал? Я брал другие салаты. С морковкой брал салат. А сегодня что ты брал? А сегодня была лень. Сегодня я брал гречку и рыбу брал. Какую рыбу? А у нас консерва была. Ништяк. Лучше консервы засунуть, чем... Ну вообще да. Оливьешку. А что, консерва плохая, что ли, рыбная? А что, оливьешка плохая? Это была... Тут овощи, кстати? Курочка. Даже не колбаса. Сейчас мы эту курочку сейчас поедем. Ну лучше консервы правильно взять.
А вот мне рыбки захотелось. Рыбка. На рыбоньку потянула. Так что присылайте себе кандидатуру, кто там хочет меня забрать себя. Не советую. Рассмотрю. Ой, не советую. Пожалеете потом. Ваше портфолио. Пожалеете. В чем пожалеете? Ты что делаешь? Что я делаю? Ты что еще забыла вообще? Не знаю. Что это было? Не знаю, что это было. Ты так с мыслями собирался? Нет, я вообще-то зелень ем. Капец, ты ешь. Так почему? Не советуешь? Жалеть будут люди. Почему? Догадайся. Догадайся. Ну так ты расскажи людям, чтобы они знали. А люди потом сами узнают. Чего ты всем все рассказывать? Я думаю, что... Ты же у нас раскрытая. Раскрытая? Да. Где, в каком месте я раскрытая? Ты же сказал, что вот я раскрытая, все вам рассказываю. Раскрытая. Раскрытая душа. Как будто я лежу. Ну давай, рассказывай все себе. На диване под одеялом. Тут я решила раскрыться. Потому что вспомнила, что лето, жарко. Надо раскрыться. Что-то мы давно сальцы не ели. Настя чуть ни в какую не хочет. Еще говорит, что я на диете сижу. Странно как-то. Потому что я сальцы не люблю, я люблю сало. Вообще было бы сало, я бы поела. Так это есть сало. Это сальцы. Для меня, а тебя сало. Я люблю с мясными прожилками сало. А вот сальца вот такое, галимое, я не очень люблю. Mm-hmm. Тогда уж грудинку получается. Тебе надо. Я его могу, конечно, съесть, да? Когда же это видео выйдет? В субботу? Да. Выйдет в субботу. Ну, может, раньше, я не знаю. Ну что-то вдруг поменяется. Мы вообще планируем субботу. Чеснок. Выложить этот видосик. Не часто мы вас радуем нашими видосиками. Не получается. А так разведемся, вообще радовать не будем, что ли? Я что-то не понимаю. Почему да? Почему будем? Мы же разведемся, как мы будем. Да, я пофигу. Душа раскрытая. Ну-ка, давай еще рассказывать, да? От этого я уже не скажу. Не такая уж она раскрытая. Получается. Да? Ну, расскажи. Ты раскрытый? Зачем мне все рассказывать? Я не люблю. Я стесняюсь. Я вообще стеснительный молодой человек. Я вообще вот сейчас ем, знаешь, как стесняюсь там внутри, глубоко. В себе. О, и сало в дело пошло. Хватает борщ свой? Нет, зачем мне своего хватает? Прям кориандр почувствовался. Сразу. Я сегодня на Валберри заказала себе две электромельницы. Такая с подсветкой такой. Как она там называется? Забыла. Такая синенькая, знаете. Снизу светишь, чтобы контролировать количество специй. Одну для соли взяла, другую для перца взяла. Буду молоть. Еще заказала сванскую соль.
решила попробовать. Очень нахваливают. Это очень ароматное, и состав идеальный. Интересно, а какой вообще аромат у соли? У какой соли? О, Даша пришла. Сванская соль — это не просто какая-то там соль, там морская или еще какая-то там гималайская. Это морская соль, да, в составе, но там еще куча разных специй всевозможных идет. Она такая ароматная, душистая, подходит для разных блюд. Во-первых, для вторых. Очень насыщенный у нее аромат, говорят. И оценка высокая, 4,9. Короче, нахваливаю 5 звезд, там все как. Прям подарок судьбы какой-то. Я про соль. Надо брать. Ну, такая-то дорожная пыль, а? Хорошая. Дорожная пыль. Оливье просто обалденно, кстати. Очень вкусно. Угу. С мазиком так вообще. С мазиком вдвойне приятней. У нас что-то в морозилке целый пакет пельменей лежит. Вообще, который налепила. Я Насте давно предлагаю, давай снимем видосик на канал вдвоем. Надо как-нибудь их, а то недавно так уже сколько лежат, недели две. Возможно, это видео выйдет раньше. Если мы созреем на этой неделе еще и на пельмени. Так что, все может быть. Я просто ела в обед борщ. А что же вам что-то почему не хочется? Слушай, это может не Даша была? Я не знаю. Это я говорю, Даша, мы снимаем, заходи. Тишина такая. Говорю, Даша, тишина. Может, дети? Может, кто-то, ага, думает, что кто, кто кого снимает. А дверь открыла. Походу, это не Даша была. Ну, по времени должна прийти. Что-то распробовала. Может, не Даша. Под конец. С хлебом вкуснее. А, ты хлеб весь съел? Угу. Хлеб, кстати, домашний. Сегодня буду опару ставить. Завтра буду печь, если не забуду. Завтра, наверное, смешаю пшеничную муку цельнозерновую с ржаной цельнозерновой. А то чисто ржаное они как-то, ну, едят с гренками, но с пшеничной, если когда разбавляешь, вкуснее. Еще вкуснее получается. По мне, дети, по-моему, одинаково едят, что так, что так. Мама да. Что-то мой хлеб хает. Паня. Опять Даша. А, теперь точно Даша. Я вот думаю, что я думаю. Не знаю, что ты думаешь. Завтра хочу шаурму приготовить. Я смотрю на этот гриль. Слушай, вот знаешь, что я про него думаю? У нас такой гриль интересный. Угу. У него такая крышка тяжелая. Она должна быть такая тяжелая. Вот она как-то прижимает все вот блюда сильно. Да. Придавливает. Ну, вот. Она и должна мясо прижимать. Вот шаурму кладешь такую, она потом такая сплющает. Она должна мясо прижать. Да. А вот если рыбу делать, она тоже такая будет совсем вот такая размазня? Может, надо как-то ее... Не так прям прижимать полностью, придерживать, нет, надо прям опускать целиком. Ты будешь стоять и придерживать ее? Я не понимаю, почему она так сильно прижимает? Такая тяжеленная она какая-то. Я вот смотрю просто вот другие фотографии, там где-то в интернете, они такие аккуратненькие, стейки такие вот, не прижатые. Это нормально, что они у нас? Вот эти... У нас тоже стейки будут нормальные. А шаурма вот сильно прям придавливает она ее. Она такая прям... Значит, набивать плотно надо, чтобы она не плющилась. Да? Ну, можем. Начинки, да, побольше? Ну, чтобы она плотная была. Все, я поняла. Надо получается, если она... Да, внутри она... полупустая, она сверху, конечно, пустоту эту надавит.
Ну а с рыбой такой не будет, да? Она и не приплющится? Нет, конечно. Да? Что-то мы ни разу... Мы и стейки готовили, что забыла, все нормально получалось. А мы стейки рыбы ни разу не делали. Стейки рыбы ни разу, да. Блин, надо стейк рыбы. Слушай, а может купим горбушу или что? Нарежем ее на гриле. Говорят, еще быстро, две минуты. Рыба быстро готовится. Да, и тут и говядина быстро так готовится, стейк. Ну, я хочу рыбу попробовать. Что-то мы вообще ни разу не делали. Там две минуты. Делов. Ну, полетели. Дети. Вы тут набежали, а? Ладно, сделаем. Ну что, как поплавали? Классно? Пловчиха. Ты поедешь с Пашей на футбол? Не. Нет? Ну иди снимай, я что-то вся мокрая. Не хочет на футбол. Я вот думаю, что я на рынок сейчас бегу. Клубника у нас тут. Клубника поперла. Подешевела где-то, мама. За 300 рублей купила литр. Говорит, сладкая. Прям крупная, она рада. 5 литров взяла себе. Ты видала ее? Да, видела. Но меньше, чем вот мы взяли. Мы вообще прям крупняцкую взяли. Но она тоже неплохая такая. Продолговатая. Подалась и круглая, но она крупная. Такая тоже маленькая. Не мелочь золотая. Кстати, я сегодня жимолость, не забудьте забрать. Я тебе адрес скинула после 8. А квартира какая? Там квартиру тоже скинула? А я спрошу вас по квартире. Жимолость 300 рублей. Такая, мясист. Надо ведро с собой взять. 5-литровое. А, ну, 10. Ну да, возьми ведро. Ты знаешь, вот эту жимолость начинаешь мыть, она такая вся сразу утекает, сок у нее. Как ее мыть вообще, только сжималась? Так просто с душа? В дуршлаке просто. Слегка. Зачем ты там собираешь? Каждую ягоду, что ли, вымывать? Ну нет. Она такая нежная, эта сжималась. Должны к ней прикасаться. Она, да. как малина такая же. Не, малина ты что, это малина вообще? Да. Малина вообще. Ну, я помню, пусть... твоя мама говорила вообще, зачем ее мыть? Зачем ее мыть? А зачем ее мыть? Не надо мыть. Mm-mm. Покупаешь сразу прямо так, в банке. Красава. Ладно. Что, дорогие наши друзья, вот и закончился наш сегодня эфир непрямой, неболтливый, молчаливый, как кто-то нам сегодня обещал. Но неважно, ладно. Возможно, мы сегодня, на этой неделе все-таки два видосика разродимся, снимем. Есть такие предпосылки. Есть такая вероятность. Ты согласна? Конечно. О, отошла, да. Отошла. Она вот какая вначале была. Разводимся, шли в телеграм. А что, мы не разводимся? Ты говоришь, я там выхожу, там все там. Ну, Настя. Она такая есть. Ну что, до новых встреч. Скоро увидимся, дорогие наши друзья. Пока-пока.